какую сумму хотите колечко? Ну, что-нибудь от 8 тысяч рублей. И до? До 8-300. Ну что, придешь сегодня меня поддержать? Я сегодня хочу сделать Ане предложение. Я тебе зачем? У тебя солидный вид, и я хочу произвести хорошее впечатление. Если ты хочешь произвести хорошее впечатление, то я должен пойти без тебя. Ты должен будешь сделать тест-драйв, а я пока сыграю турнир. Да! Потом едем к твоей даме червей и улын. Договорились? Конечно. Если я выиграю эти турниры, то я поеду на чемпионат мира по покеру в Лас-Вегас, где главный приз... 10 миллионов долларов. Значит, не переживай, у тебя все получится. Мой Феррари! Мое кольцо! И мой паспорт, с которым я должен был поехать на турнир в Лас-Вегас, Давид! Если ты не достанешь 12 миллионов рублей, то окажешься на дне речки, вот в этой самой Феррари. Может, вместо тебя и я поеду в Лас-Вегас? Что? Нет. Да? Нет. Да! Пожалуйста, а есть такие страны, где у армян нет родственников? Да, есть, но только там нечего делать. Это один из лучших игроков в мире по покеру. Он видит людей насквозь. Я Давид, от Кости. Ты гораздо смешнее, чем он тебя писал. Ты очень хорошо разбираешься в людях, а это для покера очень важно. Тебе запрещено играть во всех казино мира. Откуда у тебя такие деньги? Да просто я умнее их и быстрее. И у меня всегда есть своя схема. Ты реально собираешься обыграть лучших игроков планеты и взять приз в 10 лямов? Просто у меня другого варианта нет. Покер — это жизнь. Покер — это целый мир. Иди сюда! Там такие фамилии сверху. Че ты зрешился? Ты пошутил. Я пошутил. Знаешь, если Руслан узнает о тебе, что он с тобой сделает? Что? Можешь ты сам на 5 минут назад, только дольше и лучше. А что делать? Что делать? Голову теперь включать надо. Что делать? Она дама червей, а ты семерка пики. Я должна быть с ним рядом. Я уже сделал свою ставку. Дядя Юрий? Да. Купился! Добро пожаловать в Соединенные Штаты Армении!